Да музыка сита! Ха! Ха! Да сита! Ха! Ай! Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с тобой устроим побег от зеленого лягушонка, или побег к зеленому лягушоночку. О, эта музыка играет на повторе уже раз 15-й. Пока я подготавливался к записи, я ее уже настолько наслушался, что я хочу ее отключить. Ладно, давай мы просто с тобой сделаем магию. По щелчку пальца эта музыка исчезнет. 3, 2, 1... Все, вот так вот намного лучше. Давай мы выберем себе какую-нибудь модельку персонажа. Я хочу сыграть за... здесь есть пришелец. Я хотел бы сыграть за пришельца, но, к сожалению, нет такой возможности. Поэтому давай с тобой сыграть за 2D-модельку. Что со мной? Я наполовину прозрачный, серьезно? Че происходит? Эй! О, да, во, отлично, у меня теперь нет лица. Слушай, это выглядит очень грипово. Ну что ж, стартуем. Побежали. И ура, наш первый чекпоинт. А вон тот самый лягушонок. Или как там эта песня играется? Так, поднимаюсь по лестнице. Забрался. Так, лестница не исчезает, просто поднимаюсь наверх. Пока я поднимаюсь, она исчезает, и сзади меня игроки не смогут подняться. Хе-хе-хе-хе. Смотри, как я их всех перехитрил, какую я им подлянку устроил. Сколько еще подниматься наверх? Камон! О, есть, наконец-то я забрался. Меня куда-то телепортировало. Нет, скажите мне, что чекпоинт собрался. Я не появлюсь на спавне. Ура, чекпоинт работает. Чекпоинт существует. Ладно, давай тэпнемся с тобой сюда. Так, соберу здесь чекпоинт. И теперь прыгаем с тобой по уточкам. По летающим уточкам, человекам-паукам. Суперменам-уточкам. Стоп, это тоже что-то похожее на чекпоинт. На всякий случай соберу. Потому что здесь не показывают, на каком мы даже этапе находимся. Это зомби. Зомби меня не атакуют. Так, мне нужно найти невидимый трос. Кажется, я его нашел. Вот он, невидимый трос. Вот он где-то тут. О, я забираюсь. Есть! Ха-ха! Я нашел невидимый трос! Я почти спасся отсюда. Слушай, очень странная обе карта. Так, теперь меня тэпнуло к лаве. Чекпоинт прямо возле лавы был. Видимо, эту карту создавал какой-то школьник! Итак, идем сквозь лаву. Но это самый простой челлендж, который я выполнял за последнее время. Это называется «Пол, это лава, это лабиринт челлендж». Я сам придумал название. Так, попрыгали. И сейчас, по идее, должен быть где-то лабиринт. Если я не ошибаюсь. Так, чекпоинт вроде бы собрал. Поднимаемся. Почему ты здесь погиб? Эй. Здесь нужно угадывать эти платформы. Смотри, как хитро сделали. Там за текстурку не посмотришь. Так, окей, что делать? Если за текстурку смотреть нельзя, значит, нужно идти на синий квадрат. Окей, нужно идти на синий квадрат. Я все понял. Так, на синий квадрат. Теперь, скорее всего, на. Куда? Скорее всего, на зеленый. Есть, я угадал. Так, теперь, скорее всего, на синий. Но это вряд ли. Нет, пойдем на розовый. А, не угадал. Нужно было идти на синий. Так, зеленый. Теперь синий. Я не умер. Красный. И... Не успел долететь до чекпоинта. Окей, здесь однозначно финальный это будет зеленый. И нет, я все-таки долетел до чекпоинта своей головой. У-ху! Своей волосатой головешкой я все-таки смог до сюда долететь. О, да! Брависсимо! Мы почти это сделали! Хоба! Хоба! Паркур! Хоба! 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 Все, нет, со мной все хорошо, ребят. Не переживайте, со мной все отлично. Так, ну что ж, мы почти прошли через эти узкие туннели огня и лавы, огня и пламени. И теперь опять забираться наверх. Ну это, знаешь, такой гравити-паркур я называю. Неофутуристичный паркур. Здесь у нас домики будущего. Примерно так будет выглядеть Мухосранск через 1000 лет. Вот с такими вот классными домами. И мы почти прошли эту карту. Мы вот уже на финале, понимаешь? Вот еще немного до финала осталось. Вот совсем капельку. Сейчас только забраться наверх и все. И не умереть, самое главное. По лестнице наверх и побежали. Так, эти платформы, скорее всего, сейчас будут исчезать. Они же исчезают. Да, они причем очень быстро исчезают. Они меня догоняют. Нет! Я не хочу падать вниз. В бездну.
Помогите, 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 помогите кто-нибудь. Так, сокращаем путь, сокращаем путь. Прыгать здесь я тоже не буду. На всякий случай все обойду вокруг лестницы. И готово. Так, скоро мы будем подниматься в его язык. Дело за малым осталось. Дело за малым. Остался один маленький профессиональный паркур. А! Улетел вниз. Черт, я пытался быть паркуристом. Каждый раз, когда я пытаюсь быть паркуристом, у меня не особо получается. Хоба! Уиу! Уиу! Вот это я понимаю, банихопик. Банихоп. Хоп, банихоп. Знаешь, мне кажется, что я прошел настолько много обе-карт, что проходить вот такие простые паркурщики для меня проще простого. Мой скилл настолько наработан, что мне нужно делать обе карту из 1000 уровней. Мне кажется, рано или поздно я приду к этому и буду проходить такую карту из 1000 уровней. Может быть, даже на стриме каком-нибудь. Итак, слетаем. О, мы внутри лягушонка. Это мы у него по кишкам бежим вниз? О, опять я в кого-то забрался. Почему у них такие мерзкие уровни? Ну ладно, это выглядело не столь мерзко. Так, ну вот я спустился вниз. Теперь, видимо... Что это было? Смотри, как хитро. Вот мы вышли у него из... будем думать, лапки. Вот мы вышли из лягушачьей лапки. И теперь забираемся наверх. И теперь мы с тобой, типа, проходим вот такой вот странный паркур. Это самый странный паркур, который я когда-либо проходил. Это сложно. Мой персонаж скользит вниз. И я даже не знаю, как быть. Так, 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 подождем момента. Давай, проходим. Слушай, это опасно. Это очень опасно. Так, это опасно, это опасно, это опасно. Побежали! Есть! Я прошел этот опасный паркур под наклоном. Так, ну что ж, а вот теперь у нас идет с тобой финальный левел. Финальные левелы, точнее. Или левел. Ну да, скорее всего, левелы. Потому что мы уже зашли за лягушонка. Вон, я вижу уже те финальные платформы. Вон там нас ждет приз. Фу, побежали. Да, чисто за 2 минуты пройдем. 120 секунд. Это фаст паркур. По фасточам проходим. Ой-ой-ой-ой. Опа, готово. Так, теперь угадываем платформу. Видимо, я должен угадать платформу. Так, синяя. Теперь, скорее всего, зеленая. Зелененькая. Теперь идем с тобой на желтенькую. Нет, на красную. Да ладно, красная, я пошутил. Я знал, что нужно идти на красную. А теперь вот на серо-бурую козявчатую или нет. Опять на зеленую. Окей, два раза зеленая у нас была. Наверх, 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 наверх. Я здесь даже могу, в принципе, не прыгать. Готово. Фу, лабиринт! Воздушный лабиринт. Есть для вас один очень интересный лайфхак. Если вы не хотите падать вниз, то шевелите только мышкой. Здесь нужно зажать кнопку W и нажимать периодически пробел. Возможно, вы так сможете сэкономить немного времени, но вы точно не упадете, если будете нажимать только на W. Если вы будете нажимать налево-вправо, то ваш персонаж обязательно упадет вниз. Точнее, улетит со скоростью света. Чего? Чего? Как я должен был здесь идти? Просто ровный... Чего? Что это было? О май гад, я появился на спавне на несколько секунд, вы это видели? Опять я ударился, камон! Я уже устал ударяться об стеночки. Это какой-то непроходимый левел! Что происходит? Что происходит? Помогите! Прыжок, 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 прыжок. Так, 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 так. Я почти допрыгал до самого конца, готово. Нужно было проходить всю эту карту в прыжке. Фух, я бы до этого не додумался, если бы несколько раз не умер. Знаешь, как говорится, всегда учись на своих ошибках. Вот я, например, ничему не научился за всю свою жизнь. Да, я видеоблогер, yes. Тут у нас тоже такой, знаешь, простенький паркур. Так, чисто для детей из первого класса. Но мы-то с тобой знаем, что мы с тобой классом из второго класса. Второго класса Б. Мы лучше. Ладно, второго класса А. Как ты думаешь, какая буква у класса лучше, А или Б? Я знаю, что А это отличник, потому что отличник пишется через А. Да ладно, ладно, я пошутил. Я знаю, что ты уже сходишь с ума. В твоей голове творится какая-то каша. Ты думаешь об овсянке, но на самом деле ты манка. О чем я говорил, чуваки? Так, 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 все, я почти сошел с ума. Давай вперед!
А, эти штуки должны, наверное, крутиться. Эти лазеры не работают. Классно. Обожаю. Обожаю эту карту. Лягушонок, ты для нас такое испытание подготовил, что это даже смешно. Это даже невозможно назвать испытанием. Ладно. Лазер сработал. Я в шоке. Я упал до чекпоинта, который находился снизу. Надеюсь, я его не собрал. Нет! Я собрал своей головой этот чекпоинт. За что? Меня какой-то чувак обогнал. Нет. Так, все. Мы бежим нон-стоп. Просто бежим нон-стоп. Нон-стоп, не останавливаемся. Мы сейчас наверстаем упущенное. Как я смог умудриться собрать головой этот нижний чекпоинт? Я же его давно уже собирал и прошел. Так, лазеры работают, я помню. Спарки, береги свой хвост, как говорится. Так, встаем на эту ступенечку. И да, побежали, все, мы не выпендриваемся. Мы спокойно проходим этот паркур. Меня обогнал какой-то чувак, я же шел первый. Я был почти номером один. Ладно, рано или поздно он допустит ошибку. Может быть, какую-нибудь фатальную ошибку. Так, что здесь можно... Ого! Ого, вот это я понимаю лайфхаки от Сливки Шоу. Ха-ха! Куки! Почему ты мне такого не показывал? Итак, лабиринт. Наконец-то я добрался до него. Так, я впервые его пройду лабиринт. Нужно идти по правой стороне. Вот сюда. Так, так, так. Я не буду подсматривать, в отличие от некоторых. Чего? Здесь крипер? Или кто это? Нет, это не крипер. Это какой-то блок непонятный. Ладно, наступать на него не буду. Тут кого-то убили. Есть! А, нет! Он впервые меня его прошел! Ты, зараза, остановись! Остановись! Нет, упади, подскользнись! А, он впервые меня прошел эту паркур-карту. Я не смогу потешить свое самолюбие. Нет! Нет! Кто-то впервые меня прошел эту карту. За что? Ладно, ребята. Главное, не расстраиваться. Мы участвовали в честной битве. Что это? Что это такое? Какая-то машина времени? Я могу телепортироваться во времени назад и обогнать его? Ладно, кого я обманываю? Так, ну что ж, давай соберем с тобой какие-нибудь награды. Давай выберем себе вот такую шляпу. Я теперь повелитель ящериц и драконов. Или может быть вот такую, как у пришельца. Да, мне нравится. Маска пришельца, она классная. Выбираем скорость 100. Ну что ж, ты готов? Я тебе чай, не спалится! Блейд тайм!